Токио выделит более 15 миллионов долларов на борьбу с исламистами на территории Ближнего Востока и Африки. Соответствующим заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Японии. По его словам, о выделении средств будет официально объявлено во время международного антитеррористического саммита. Его проведение намечено на завтра-послезавтра. Встреча пройдет в Вашингтоне. Напомню, в январе джихадистская группировка «Исламское государство» казнила двух граждан Японии в Сирии.